Ripple – третья по значимости криптовалюта. Как сообщает WebRazzi, в первой половине 2017 года Ripple стала самой прибыльной криптовалютой на фондовом рынке. По данным CoinMarketCap, цена Ripple выросла на 4000% по сравнению с прошлым годом. И на данный момент ее рыночная капитализация составляет более 6 миллиардов долларов. Один из управляющих Ripple Мигель Виас отметил, что компания фокусируется на международных платежах с помощью XRP, и у них есть четкий план дальнейших действий. Напомним, Ripple является третьей по капитализации криптовалютой после биткоина и эфириума.